Мандарини. Эстонско-грузинский фильм, снятый в 2014 году режиссером Заза Мурушадзе поводле уласного сценару. У головной роли выбитный эстонский актер Лембит Ульфсак, на рахунку якого 100 ролей у кино, які добра вядомы беларускім гледачам, яшчэ з савецкай пары. Стужка, прысвечаная абхазска-грузінскай вайне 1992 году, здымкі адбываліся ў грузінскім рэгіёне Гурыя. Фільм атрымаў некалькі ўзнагародаў на міжнародных кінафестывалях, лучна з варшаўскім. Таксама прыз сатэліты Міжнароднай акадэміі прэсы, а ў 2015 годзе ён намінаваўся на самыя прэстыжныя ў свеце кінаўзнагароды, на «Оскара» ў катэгорыі «Лепшы фільм на замежнай мове» і на «Золаты глобус» ў катэгорыі «Лепшы замежны фільм». У Расіі фільм «Мандарыны» не атрымаў пракат на пасведчанне. И гостем киноклубу сегодня письменник, публицист Сергей Дубовец. Сергей, как вы думаете, чему у России фильм «Мандарыны» не отримал прокатное посвящение и вообще, чи магчыма у сучасной России показ вот такого фильма? Показ то магчымы, але я думаю, что большасць россиян просто не зразумеют этот фильм. У яким как раз Россия, ну, коли глядеть на этот фильм, как на метафору, Россия представлена как абсолютное зло. Я на весь час присутничаю на протягу там годины 20 хвилин, и хоть у нас на российские войсковцы появляются там на полторы хвилинки, але Россия неголосно присутничает на протягу всего фильма. И я думаю, что россиянцам было бы неприятно это глядеть. Россиянцы уже сгубили здольность быть самокритичными, поглядеть на себя в люстерко. Ну, при сегодняшней ситуации, когда российская сведомость обострана моноэтничная, я, например, сгадываю, когда в советские часы в войску российцы перемешивались с другими народами, это неяк смягчало вот эту внутреннюю агрессию, которая у моноэтничном осяродку непозбежно развивается, особенно при авторитаризме. Что в России сегодня культивуется пропагандой? Культивуется рабская психология. Человек не мусить толеровать когось, человек мусить только захопляться величию России, как империи, ее там наступом на иншие народы, не слухать эти народы, не бачить их, что они про себя думают. Тем часом остатние национальности, которые в этом фильме представлены, они как раз те раз слухание один одного, те разбачение один одного, они приходят до поразумения, навод самые затятые вороги антагонисты. Ну, вот люди шмат годов жили разом. Люди разумели один другого, люди могли чуть, слухать, глядеть в очи один другому. И как так могло сдариться, что раптом яны посварились? Это что, непозбежность цивилизационная? Мне сдается, что тут есть вонковая инспирация, все ж таки. Знову же присутность весь час это огромного горячего тела России, якое дыхает, это дыхание, оно чувать. Вось. А что до конфликта, это как у соседей бывает, вот соседи могут между собой там лаяться, свариться. Ну, коли уже он идет на мой подворок со зброей, я разумею, что конец размовам, начинается война. Так и тут, когда Грузия уводит войски в Абхазию, значит, мы уже не будем говорить, мы уже не будем слушать один одного, мы приступаем непосредственно на поражение один одного знищать. Сергей, а лишь это был грузинско-абхазский конфликт, навод можно сказать, что это конфликт локальный, внутри одной советской колледж Республики Грузии, в склад такой выходили абхазцы. А что там робили тогда российцы? Какая их на роль в Боголе была? Что им там треба?
Я думаю, то самое, что им треба у Приднестровье, что им треба на Донбассе, что им треба там у Сирии, у решти. Основная задача – это ослабить ту же Грузию, как теперь Украину, плюс оттягнуть увагу самих российцев от внутренних проблем на некие иншие войсковые конфликты обостренные, про что идут новины, можно глядеть выниковые выпуски новин телевизийных российских и не почуть ни водные российские новины, зато там будет Абхазия, будет Приднестровье, Донбасс, Сирия. Таким чином империя стверджая свою силу, свое одинство, на мою думку, немагчимое в принципе, ну, для такой громадной краины, она просто не может сама организоваться, створенная ненатуральным чином. И один из способов оттягнуть увагу населения от того, что оно не вельми добро живе само, это звернуть увагу на некие иншие краины соседние. Вот поглядите, что у них робится. Вы сказали соседние краины, але мне сдается, что посягальництвы российского империализма сегодня уже вельми далекие. Насколько далеко в охуле может поширяться вот эта идея русского мира? Ну, Сирия, нема русского мира. Ну, чему? Они кажут, что оттуль наше православие. Это все связывается с русским миром, как с идеей вот такой сусветной экспансии. Знову же для того, как утримать вот эту огромадную, ненатуральную краинищу, утримать ее в руках и как-нибудь ее керовать, справляться с ее. Российцы для достижения своих имперских помкнений выкористовывают разные методики, и, напевно, самое главное – это рассварить народы. А в общем, Сергей, как вы думаете, легко посварить народы, которые жили разом, побач? Легко посварить народы, треба просто уровень их коммуникации извести до зброи. Вот и все. Один забил грузин Абхаза, Абхаз идет уже кровно помстить за смерть грузина и там те своего Абхаза. Речь в том, что этот фильм не столько про легкость посварить народы, сколько про то, как народы могут замираться. Самый страшный образ на территории былого СССР – это образ злого чеченца, який отрезает всем головы. И такой персонаж, я думаю, не здарма он уведен в этот фильм, в эту чужую для его войну, грузино-абхазскую, потому что он наемник, и он пришел отпрацовывать гонорар. И вот этот злый чеченец, мы назираем его эволюцию, как он замирается с грузином, как он находит агульную мову с эстонцами. И оказывается, они все вельми пристойные люди, они абсолютно нормальные, они умеют полюбить один одного. И тут приезжает российский джип, выходят 4 солдаты, первое слово – это расстрелять, и они не будут ни слухать, ни чуть, что им отказывают, им кричать: это же ваш, свой, наемник, чеченец, расстрелять. И все. Все скончается. Немагчимо не говорить, пришло абсолютное зло. Таким чином, по сути, для российцев ни в какой ступени не потребное и навод, может, ворожая для их это мирное существование инших народов. Только на зле может протриматься той режим, тая влада, тая краина. Безумовно, потому что она не ставит себе у шерах этих народов. И она не, я ж кажу, вот эта идеология моноэтничности российской, русский мир, хоть у России живет сотня народов разных, на их просто не зважается, и они в какой там ситуации. Русский мир – это русский язык, ведомо ж, наперш поширать. Моноэтничная идеология, и она приводит до того, что я не могу поразуметься с эстонцем. А как я могу буду с ним разуметься, когда мы как бы с разных плащинев в огуле сведомости? Мы империя, мы огромная страна, мы великая держава, мы летаем в космос, и тут некие эстонцы просто не воспринимаются.
это мы, белорусы, мы росли в осяроде разных этносов, и мы весь час бачили и того литовца, и того эстонца, и украинца, и себе мыслили одними сярод их. Но как только мы усвядомим себе русскими, например, мы уже перестаем быть ровно великими с иншими народами. Мы становимся просто великими. Российцы нарекают сегодня, что у свете тотальная русофобия. Это иснуя русофобия, чи нечто иншее? Русофобия, безумовно, иснуя, и она, это не столько патология, а отказ на деяние самой России. Хоть, ну, я не веду, я бы николи не взял на себе смелость сказать, что, как кажут некоторые идеологи, что российский народ, и он поводле природы своей, и он абсолютное зло. Я бачу разных русских, и сярод их есть абсолютно пристойные люди. Правда, я бачу и перерождение имклевое абсолютно пристойных людей у таких затятых путинистов, антиукраинцев там, и так далее. Я думаю, что все залежит от умова у життя. Выником той грузинско-абхазской войны стали тысячи и тысячи иммигрантов, Войны протягиваются в свете. Миграционные процессы сегодня захлынули практически у весь свет. Когда-нибудь это спынется? И в связку с чем? Ну, я не ведаю, ясно, что миграционные процессы, связанные с войнами, это негативный процесс, но в принципе перемешание света это абсолютно позитивный процесс, потому что оно уже отбылось, свет уже глобальный. Мы живем уже абсолютно с теми же гаджетами, что и китаец, и австралиец. Мы сочим за теми же новинами. Свет перемешивается, и это становчий процесс и в природном сенсе, и в сенсе там, размеркования працовной силы, демографичных неких ям и выравниванием. Я в этом не бачу ничего дренного. Коли заховывается, безумовно, заховываются национальные культуры, заховывается национальная тоестность особных краин, нехай свет перемешивается. А что до войнов, то тут можно только жадать, чтобы они просто скончались, и чтобы никто их не провоковал. Дякую, Сергей, за размову. И зараз я пропоную нашим глядачам поглядеть вельми кранальный грузинско-эстонский фильм «Мандарины» и поглядеть его, передусім, своими вачима, вачима белорусов.